Аллея памяти дагестанских богословов, отдавших свои жизни на пути истины, отстаивая законы правды и справедливости, появится в скором времени в Махачкале. Сквер шахидов, так назовут новый, благоустроенный столичный парк. Расположится он на улице Абдул-Хамида Юсупова, а именно на том самом месте, где 17 лет назад в результате пожара сгорел детский интернат. На этой неделе в новом сквере началась высадка деревьев, и первый саженец посадили в честь шейха Саида Афанди из Черкея. Подробнее расскажет Хамза Нурмагомедов. Дочь шейха Саида Афанди Патимат не может сдержать слезы. Воспоминания комом встают в горле. Говорить об отце, который был духовным наставником для тысяч людей в Дагестане, даже сейчас, через столько лет после его трагической гибели, ей очень трудно. Я могу что ли это говорить? Они все же знают, какой он был. Все же видели его. Действительно, видели, уважали и прислушивались. Внимали наставлениям и следовали за ним с чистым сердцем. Именно добродетельность, высочайшие духовные качества шейха Саида Афанди снискали ему уважение среди мусульман республики. Первое дерево, посаженное в сквере шахидов, его честь – свидетельство доброй памяти современников о духовном наставнике. Родные и близкие алима посадили дерево своими руками. Саид Афанди был авторитетнейшей фигурой в исламском мире. Это признавали не только его доброжелатели, но и оппоненты. Шейх как наставник отдал свою жизнь изучению религии и преподаванию духовных наук. Как признанный лидер, мусульман всячески помогал притворять в жизнь те проекты, которые шли на пользу людям и помогли Дагестану сохранить мирное небо над головой в непростые 90-е годы прошлого века. Он был патриотом нашего народа, нашей Родины. Потому что религия, она нас призывает, чтобы мы думали о нашей земле, чтобы мы заботились, чтобы здесь был порядок, чтобы здесь было все время светлое небо, так говорится, да? И вот Саид Афанди как раз таки был таким патриотом, который всю свою жизнь отдал и работал в этом направлении. Мы избегли ту участь наших соседей в 90-е годы. Вот это все благодаря таким людям, нашим алимам, боговодам, которых стоял Саид Афанди. Жизнь шейха прервалась в результате злодейского террористического акта. Его подло взорвали в собственном доме, когда он принимал очередных посетителей, среди которых были и дети. Совершившие это чудовищное злодеяние рассчитывали внести раскол в среду мусульман, убив их лидера. Но не смогли этого сделать. Точно так же не смогли они уничтожить богатое духовное наследие, оставленное Саида Афанди потомкам. В наши дни, проходя мимо этой прекрасной липы, посаженной в честь человека, служившего сердцем делу религии, взрослые будут напоминать молодым о мужестве и стойкости, мудрости и добром нраве знаменитого ученого-богослова Саида Афанди из Черкея. Всего в сквере шахидов посадят более 50 деревьев. Каждая из них будет нести имя героя, который отдал свою жизнь ради сохранения мира и стабильности на земле Дагестана. Помимо деревьев, на благоустроенной территории возведут мемориал в честь погибших богословов, установят два фонтана, построят спортивную детскую площадки. Сквер должен стать желанным местом отдыха для махачкалинцев, ведь адаптирован он будет для детей и взрослых, в том числе и для людей с ограниченными возможностями здоровья. Хамза Нурмагомедов, Магомед Магомедов, Мурат Бикбарзов, телеканал ННТ, Махачкала.